Работают без выходных. В Ульяновске строят объездную дорогу в поселке Дачном. Строители уже завершили отсыпку и сделали песчаную насыпь. Работают в несколько смен по 12 часов. В дальнейшем планируется устройство щебеночного основания и двухслойного асфальтобетонного покрытия, соответственно, с установками соответствующих знаков и дорожной разметки. А также, да, будет тротуар шириной 2,2 метра на всю длину 359 метров. О смене схемы дорожного движения водителей будут информировать соответствующие знаки. Также на улице Магистральной установят светофор. В целях обеспечения безопасности на пересечении Сельнинского шоссе и улицы Магистральная планируется движение осуществлять светофорным регулированием. Завершить строительство дороги планируют до 23 ноября. Сразу после того, как весь транспорт пустят по объездной, начнутся работы на мосту. Новый монолитный железобетонный мост длиной 60 метров с тротуарами и освещением в Дачном планируется открыть не позднее 1 сентября 2021 года. Анна Тищенко, новости Управда ТВ.